Уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня я хотела бы рассказать вам о своих поисках идеального лекарства. Я врач-хирург по первому образованию, меня зовут Марина Внукова. И в свое время мне было интересно, какие же лекарства абсолютно безопасны. Поверьте мне, что ни в бытность мою хирургом, ни позже, когда я уже стала заниматься диетологией и иммунодиетологией, я не нашла абсолютно безопасного и абсолютно полезного лекарства. Так получилось, что мы иногда становимся пациентами сами и начинаем искать, так сказать, золотое сечение в медицине уже применительно к собственному случаю. Так случилось и со мной. И я столкнулась с тем, что нет абсолютно безопасных протоколов, которые имели бы несимптоматическое применение. Потому что не будем скрывать, да, любое лечение современное является симптоматическим. Меня это не могло устроить. Я старалась найти какую-то свою формулу. Столкнулась с таким явлением, как полипрагмазия. То есть мы не знаем, назначая большое количество лекарств, как именно они воздействуют друг на друга. Антагонистически ли? Или даже если это синергия, то мы тоже не знаем, какое именно синергическое действие оказывает те или иные действующие вещества. Тем более мы можем легко превысить дозу действующего вещества по причине той же самой полипрагмазии. Назначение большого количества лекарственных средств одному и тому же пациенту в один и тот же период времени. Для меня было важно избежать всех негативных последствий. Ну да, такой врачебный идеализм. Но, тем не менее, я продолжала свои поиски и несколько лет назад познакомилась с компанией, продукт, который меня устроил, ну, скажем так, на 99,9%. Причем это не БАТ, а не лекарство. Это скорее биоактивные вещества, которые влияют на гомеостаз. Являются источником легко доступных микроэлементов и витаминов. И обладают интереснейшим действием, потому что учитывают не только биохимию человека, но и его биофизику. Они полностью биологически и энергетически совместимы с человеческим организмом. Мы можем снизить дозы лекарственных препаратов. И здесь нет угрозы, так скажем, наложение эффектов. Те формулы, которые использует компания, а это компания «Концепция здоровья», они абсолютно безопасны с точки зрения побочных действий. Травы – это тоже лекарство. И растительные купажи компании «Концепция здоровья» лишены недостатков обычных БАДов. Повторюсь, потому что это не БАДы. Это скорее некое клеточное питание. И здесь проверенные веками формулы, которые в свое время были выведены нашими учеными. Учеными Академии сельскохозяйственной имени Тимирязева. Учеными, которые занимались разработками научными на основе травничества в МГУ и других ведущих институтах и академиях бывшего Советского Союза. Сейчас эти ученые наконец-то показывают, да, являют нам свои работы и на основе многих научных разработок, довольно, так сказать, уже времени, да, выверенных временем, вот так скажем, появляются новые препараты компании «Концепция здоровья». Что мне в них нравится особенно? Что их можно сочетать, не боясь антагонистического действия. Синергетическое действие учтено в растительных купажах концепции здоровья, но оно выверено. Нет никаких условий для передозировки действующего вещества. Что мне особенно нравится? Нет консервантов, нет отбеливателей, различных отдушек, антислеживателей, различных контаминантных веществ, которые в принципе не может оживить наш организм, соответственно, не может вывести. Это важный момент, потому что на самом деле любое действующее вещество, в БАДах ли, в лекарствах ли, обязательно сопряжено с
таким действием негативным, естественно, различных присадок. Вот этих присадок, вообще говоря, по моему личному мнению, ни в каких лекарствах и БАДах быть не должно. Как раз такой эффект абсолютно свободы, да, от различных консервантов и так дальше присутствует в продукции компании «Концепция здоровья». Здесь важно указать, что сама производственная практика этой компании отличается от практик других компаний. У них есть некие наработки, которые никто больше не использует. Ну, на самом деле, такие научные наработки, я думаю, что лежат под спудом во многих научных институтах. Здесь решено было научную практику внедрить в жизнь, и получилось очень неплохо. И получились абсолютно уникальные препараты, например, атомарные формы металлов и микроэлементов. Атомарные формы металлов и микроэлементов лишены негативных последствий любых соединений тех же самых, например, металлов или микроэлементов. Например, кремний, магний, цинк, золото, хоть оно и инертный металл, и тем не менее попробуйте найти, да, некую форму, биодоступную форму золота. Специалистам из компании «Концепция здоровья» это удалось. Существует атомарное золото, атомарный кремний, цинк, магний, серебро, которым можно пользоваться без оглядки на некие побочные действия. Не делать поправок, что часть микроэлемента не усвоится, не пойдет в клетку, или же, если будет передозировка, то будет какой-то побочный эффект. С атомарными формами этого не случается. Хотелось бы особенно отметить отсутствие токсического воздействия на печень. Тех купажей, тех формул компании «Концепция здоровья», которые я, например, использую уже много лет. Хочется особенно подчеркнуть отсутствие действия на генетический аппарат клетки. Абсолютно биодоступность, абсолютная безопасность природная купажей и продуктов «Концепции здоровья» позволяет назначать ее детям, позволяет назначать ее в сложных случаях. И есть, конечно, формы, которые не рекомендованы, например, беременным или кормящим женщинам, как, в общем-то, естественное противопоказание, да, бывает, там, например, травы семейства яснотковых, да, ну, принято, так сказать, не назначать. Обычные, естественно, противопоказания учитываются, но остальные продукты, они вполне могут назначаться и женщине, находящейся в процессе, да, грудного вскармливания, и беременным женщинам, и так дальше. Это важно. Это говорит о том, что высокая безопасность продуктов позволяет их использовать в самые разнообразные периоды жизни. Детям с 3 лет можно практически все растительные купажи, но, естественно, по показаниям. И мы с вами будем, наверное, и дальше встречаться на тему различных продуктов этой компании в применении, в практике врачебной этих продуктов не как лекарственных средств, а как средства, достигающие оздоровления организма. Никакие компании, собственно, на рынке не стремятся занять нишу лекарственных препаратов. По моему глубокому убеждению, это 2 разных мира. Лечение и оздоровление – вещи разные, хотя, по моему глубокому убеждению, это должно быть 1 процесс. И вот для того, чтобы лечение сопровождалось не ухудшением состояния, не накапливанием негативной симптоматики, оно должно проходить наравне с оздоровлением всего организма и всех систем. Врачом, какой бы специальности вы ни являлись, я думаю, что вам тоже важно будет понимать, что происходит с организмом в целом. Продукция компании «Концепция здоровья» позволяет вам настолько выровнять гомеостаз, настолько привести его в физиологические нормы, что можно будет не опасаться каких-то побочных эффектов даже от проводимой лекарственной терапии. Потому что на самом деле усиление энергии клетки, усиление ее жизнеспособности
позволяет пережить достаточно сильные лекарственные массированные инвазии, да, назовем это так. В данный момент мне бы хотелось обратиться к моим коллегам-врачам, к нутрициологам, к ЗОЖ-экспертам, присмотреться к природным средствам, которые люди, и врачи в том числе, знали веками. Но мы их не применяли в своей практике, потому что какое-то время главенствовала такая позиция разделения. Это для врачей, а это просто для людей, ну и, соответственно, тех, кто хочет вести там здоровый образ жизни. Нет, это мы все люди, мы все, собственно, являемся пациентами. И только познав, да, на своем опыте, каково это быть по другой стороне баррикад, каково это быть пациентом, я и поняла простую вещь, что врачи, прежде всего, должны оздоравливать. Оздоровить себя. И будут знать, как оздоровить своих пациентов. Врачу исцелись сам. Это сказал не я, это сказали древние наши коллеги, которые знали жизнь. Не хуже, чем мы. Может быть, даже лучше. Поэтому мы с вами встретимся еще неоднократно и поговорим о тех системных продуктах, которые будут полезны кардиологам, гинекологам, неврологам, конечно же, диетологам, эндокринологам, хирургам. Не могу забыть любимую хирургию. Мануальным терапевтам, массажистам, травматологам. На каждую такую вот специализацию найдется некий набор прекрасных природных средств, которые помогут лечащему врачу подобрать оптимальную терапию. До новых встреч, мои дорогие!